game over. Потому что мы стоим практически на коленях.
Сапар, колени, шажи. Очень хорошо. Следующее упражнение, где лучше заскакивать. Вставай на колени. И смотрите, как красиво, да, назад. Очень хорошо, но за руку больше, больше туда забрать. И ты на ногах не качаешься. Рассматривается напряжение ударных мышц. Случается все дело.
все три растения в работе. Чего и устал, и выдержали тумор. Теперь мы представим вот так вот того, что группа первого раза. Также упорно, также ноги вниз. Теперь попробую, взрывная сила рук, попробую вот так выпрямиться, встать. Не-не-не, старайся не двигаться мини бедра, а делать ровно только одними руками движение. Только в одни руки. Во! Вот, чтобы работало, разгибать. Следующее упражнение. Ложись на спину. Руки выпрямить. И ладошки в пол. Нет, вот туда. И ладошки прямо в пол. Вот теперь смотри. Здесь не надо ничего рубать. Старайся медленно протянуть ноги до самой головы. То есть вытягивай постепенно. И до самой головы так, чтобы колени легли на пол. Колени могут тебя лечь? Ну, видишь, чуть-чуть не дожимаешь. Чуть-чуть. Смелее, смелее. О, ладошки от пола не отрывай. Вот оно, хорошо, хорошо. Старайся их не отрывать. Теперь смотри. Когда будешь поднимать поясницу, старайся, чтобы лопатки не отрежали. Вот эту часть, да, надо максимально выгнуть, чтобы была другая. О, хорошо. Чтобы движение было не плавное, а уже как бы взрывного действия. Во-во-во-во-во. Теперь колени вместе сделай. Вот, молодец. Вот это правильно. Во, молодец. Следующее упражнение под лёжку. Обратно. Вот только сильно не поднимайся, но здесь будет достаточно. И опять прогнись. Ноги вместе соедини, так легче. Да, ягодицы прям можешь сжимать сильно. Вот, молодец. Следующее упражнение лодочка. Мы ее сделаем в двух вариантах. Смотри. Первую часть поднимаем только ноги. Максимально ноги поднимаем. Не-не-не-не. Прижмись к полу. Максимально, поднимай, прямо взрывай, чтобы эта часть у тебя до живота поднялась. Можешь больше поднять. Руками прямо вниз, о, поднимай. Выше. О, выше. Выше, Димка, чтобы не на животе лежал. Давай. Вот, молодец. Вот, молодец. Прямо прижимай себя. Вот, молодец. Теперь ноги прижми к полу, ноги прижми к полу и попробуй максимально поднять корпус. Вот, ноги не отрывай, только корпус поднимай. Вверх смотри на меня смотри. И ручки подняты максимально, максимально. То есть ты должен оказаться на бедре. То есть вся вот эта часть у тебя должна подняться, давай. Вот, молодец, больше поднимайся. Вот, еще больше. Вот, молодец. И третья фаза этого упражнения. Сейчас одновременно поднимаем руки и одновременно поднимаем ноги. Сильнее. Раз. О, раз. Тут взрывная сила. В ударе всегда взрывная сила. Но чтобы она откуда-то шла, ты должен как бы научиться взрывать мышцы не только, когда ты в ударе стоишь, а когда ты всегда. В том числе и в этом положении. Пробуй раз, мышцы напрячь, все. Вот, видишь, все мышцы напрягают. Вот, так будет легче тебе акцентировать движение. Вот, еще разок. И молодец. И молодец. Достаточно. Теперь смотри, поднимись и попробуй вот так прокачаться. Раскачаться. О, раскачивайся, раскачивайся. Вот, молодец. О, видишь, как? Вот это уже статические напряжения. Дыши, дыши обязательно. Когда тебе трудно, всегда выдыхай. О, молодец. О, достаточно. Следующее упражнение. Я просто поясню, ну, как бы емкость этих упражнений, она просто потрясающая. С точки зрения утомления, у тебя идет 100% на эту душу. Итак, поднимаешься, ложись на пол. Спину расслабь, ноги подними под прямым углом. Старайся, чтобы коленки
тебе чуть-чуть руки разведи, И тебе надо ноги вложить в одну сторону и в другую. Руки чуть-чуть сюда выведи, чтобы тебе удобнее. Ну вот так вот можешь попробовать. Вот, стоп. Сними, чтобы колени были ровно. Угол у тебя вот, вот все. И вот так же, так же. Вот ровно, вот здесь не ломай. Старайся удержать. Вот это самая сильная часть твоего тела. Сейчас прокачиваем. Поэтому так тяжело. Тяжело там ноги. Ноги выпрямляют. Ручки полностью сюда закинут. Вот. Теперь смотрите, собирайся к ногам, но ноги от пола не отрываешь. Ты складываешься полностью. Полностью, вот здесь полностью туда закинуть. Вот, и опять. Ровненько. Спокойно положились. И поднимайся с точки зрения пола. Молодец. Так, чтобы ноги не отрывались. Это тоже очень простое упражнение, но по эффективности оно просто ураганное. Это как раз набор тех редких упражнений, которые называются надпресс. Еще раз повторю, не распознается пресс верхний и нижний, только у качков это распознается. У боксера это все пресс, и верхний, и нижний это все один пресс. Потому что если вот здесь пятиковый уголок нагнут, то он весь у вас соберется. Переходим к следующему. Дальше на живот. Теперь смотрите, тебе надо поднять одну руку и одну ногу. Одну руку и одну ногу. Нет, вот можешь так. Одну руку, одну ногу. Вот молодец. Старайся не делать кривых. Ровнись, чтобы у тебя было. Бедро полностью поднимай, полностью открывай. Здесь вот смотри, еще раз бедро подними. Вот что надо. Вот, руку давай сюда. Вот что надо. Но только как в байке. Давай еще раз. С другой стороны. Вот, стремись. Видишь, надо быть очень гибким. Еще раз повторю. Ваша ловкость – это ваша гибкость. Если как бы не делать эти упражнения, вы как палка будете. Вот стремись. Раз. С другой стороны. Раз. Видишь, подрывать пока на основную силу не получается. Потому что мышцы еще не отъели. Раз. 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 Следующее упражнение. Ложись. Дима, оно полегче, но оно тоже является базовым в развитии силы. Тебе надо поднимать одну ногу, но поднимаешь одну ногу, тянешь носок и колено ровно. Носок тянешь вот сюда, напряги всю ногу и как вот палку подними, как всю ногу. То колено тоже выпрямь, вот опускаешь эту ногу, поднимаешь ногу. Можешь пола касаться, можешь пола не касаться. Когда полы не касаются, это дополнительное напряжение, но очень хорошо, да. И прям старайся колени, чтобы ровно удерживать, чтобы натяжение в носке сохранилось. Вот здесь. Вот. И поехали. Туда-сюда, обратно. Весело и приятно. Старайся, чтобы они у тебя как символ работали. Как механизм. Следующее упражнение тоже решено из детства. Тебе надо встать на плечи. Вот так вот руку, вставай на плечи и велосипед. Вот можно так. Теперь ты как будто на велосипеде едешь. Делаешь руки ногами. Не, сейчас не так. А тебе надо вот так именно путь. Теперь смотри. Чем больше у тебя будет вот здесь прямой, тем будет лучше. И прямо на лопатках. Вот. И красиво ногами прямо по кругу делаешь. Как реально красиво. Теперь обратно на сторону. Вот видишь, тут как бы сложнее. Координируй мышцы. Твой мозг заставляет координировать мышцы. Добивайся чистоты. Теперь опять обратно в сторону, вдруг прям делай. Не торопись. О, чистота упражнения – это гвоздь программы. Чем чище будешь делать, тем как бы лучше для тебя, для порядка в целом. Вот, потихонечку, молодец, молодец. Следующее упражнение – тебя, пожалуйста, ложи. Ноги вместе сделай, как бы тоже полностью перейти. Теперь на меня смотри, и можешь поднять вот эту часть.
употребляют. Но теперь смотри, видишь, тебя аплодируют и как бы не зафиксируют. Постарайся тело в одном напряжении держать, а руки в другом напряжении. То есть ногами реально контролируют, чтобы тебя не кидало. И ручки пошли. Выкидывай полностью ручки употребляют. Так, чтобы ноги не колебались. Я знаю, это не просто, но это просто. Вот, молодец. Здесь баланс надо держать. Еще раз попробуй. Давай, прямые. Молодец, кидай ручки, кидай. На меня смотри. Вот, расслабься. Вот, тебе не тяжело. Хорошо, очень хорошо. Достаточно. Следующее упражнение я делаю, потому что там оно кажется очень простым. Вот в этом положении тебе надо прогнуться и скрягаться. То есть здесь как бы выгнуться. Раз. То есть делать как можно больше толк. И потом с этого толка ты как бы прогибаешь спину. До самого конца прогибаешь. Только вот можешь прогнуться. Вот, вверх смотри. Вот молодец. Оба бедрами не касайся. Только можно слегка чуть-чуть. Шорты как-то коврика коснулись достаточно. Смотри вверх. Вот, выгибайся. Можешь покритичнее сделать, можешь поменьше сделать. Очень тоже хорошее упражнение. Вот бокс состоит из многих-многих таких упражнений. Вообще, как бы это только самое-самое начало, это самые простые упражнения. Они же являются самыми эффективными упражнениями.